У нас тут выполз. А я тебе тут сухофруктики несу. Привет, курочка. Ну вот, у нас уже прошло как бы 2 недели лечения. Поздравляем нас. Можно спеть там Happy Birthday to you. Можно и Happy New Year. Ну, кому что больше нравится. Да. И можно увидеть, что зайчих стало гораздо бодрее. Что ты пытаешься меня через сетку сажать? Кстати, вот когда его выпускаешь в помещение, она не пытается тебя съесть. Съесть она тебя пытается именно, когда сидит в клетке. Да. То есть это как, наверное, собаки дерутся сквозь решетку. Типа, ага. Хотя нет, я же тоже в клетке нахожусь при этом. Какой ага? Я же ответить могу, по идее. Конечно, я не отвечу, и заяц это знает. Ну а вдруг? Так, давай мы не будем уходить в подполье. В подтумбье. Так, подожди, почему ты идешь сюда? Так, не иди сюда, 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 не иди сюда. Иди назад. Иди назад, иди назад, иди назад, иди назад. Иди назад. Назад иди. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы видите, здесь я как бы. Видишь, тут мои пальцы. Привет. Она меня коснулась носом. И не сожрала. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тогда мы туда идти не будем. Не иди туда. Не иди туда. Так, все, 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 все. Все, так, спокойней. Я даже не знаю, кто кого больше боится. Курочка меня или я ее. Привет. Что это такое? Пожалуйста, я укладывала все очень аккуратно и ровненько. Что? Что такое? Спасибо. Сейчас, подожди. Так, вот я вернулась. Все, что на полу, понятно, это все будет. Все, капут, хана, утиль. Так, уйди отсюда! Фу! Фу на тебя! Фу! Сдуйся в угол! Все. Что ты тут натворила? Там уходить, что ли? Все убрать теперь надо. Так. Тут, кстати, были такие вопросы из рубрики «А вдруг?». Несчастную курочку, которая предположительно была кем-то выпущена в природу, вдруг ее у владельцев дети мучили. Нет, ребят, если зайца мучить, он вырастает шугливым и сидящим в углу, а не такой злой, наглый т-т-т-т-товарью. То есть, наоборот, этот заяц, скорее всего, рос в прямом контакте с человеком, что он ведет себя так смело. Но, вероятнее всего, он рос не на свободном выгуле, а в какой-нибудь клетке, потому что заяц, который жил в ограниченном пространстве, у него нет вообще понятия личного пространства в плане ограничения. Для него все окружающее это его. Именно поэтому зайцы в клеточных условиях нередко, как бы, ну, довольно агрессивно ведут себя в отношении друг друга. К примеру, в одном из центров реабилитации, который не находится в списках рекомендованных, один заяц, сидя в клетке, убил зайчонка, которого к нему подсадили. Потому что в клетке держать зайцев нельзя, только карантин и все. И будь добр, выпинивайся в вольер или хотя в помещение. Так, иди я сюда. Иди, вот тут, вот тут. Ха, ха, ты меня не успела стапать. Уф. Да. Это вот прям такой батл. Кто кого? Что ты делаешь? Прекрати. Тихо, 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 тихо. Ты видишь, я на тебя не нападаю. Если ты на меня сама нападешь, это я отвечу. Я отвечу. Я отвечу. Все, давай. Давай назад. Back home, please. Little hair.
Я не знаю, на каком языке тебе объяснить. Иди назад. Все, все, все. Давай я закрою уже. Все, да, я закрою, закрою. Я хочу закрыть. Иди назад, пожалуйста, пожалуйста, иди назад. Спасибо. Благодарствуйте, зайчик. Что вы думаете о состоянии неволи? Заяц. 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 Ну. Я вроде знаю, что он это меня не достанет, но мне все равно страшно. Хрю-хрю. Да, именно про себя мне писали в комментариях, что ветеринары не смогли с зайчиком справиться, специалисты. Господи, тут я от этого зайчика. Да, 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 да. Очень страшное животное, страшное животное. И она при этом сразу кусается, то есть у нее нет никакого такого предупреждающего, она вгрызается и все. Она даже морковку оглушает перед тем, как ее есть. Что? О, ты все-таки ешь корм? Я думал, ты его только раскидываешь. Ай, со свет. Опа. Заяц резко стал четким. Дё, привет. Но все равно какая-то странная. Какая-то неравномерная. Облезлая. Вот почему у нее. Вот. Кстати, это тоже может быть от клетки. Что вот у нее шерсть на переносице, она неровная. Обычно такое бывает. Если заяц улуплялся в сетку. Стой, 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 я пытаюсь увидеть. Иногда я могу только посмотреть через камеру. Это вот наши не курочки, а профсоюзник, он вообще лапочка. Интересно, я смогу тебя погладить? Смотри, я тебя тронула. Я не зафиксирую этот момент на камеру. Так, а теперь мне уже страшно трогать тебя второй раз. Вот. Тихо. Я ее тронула, и она не отожрала мне палец. Но мне все равно не по себе. Малышка, к примеру, мне не раз и не два пыталась сожрать пальчик. Ёлки-палки. Да мы с тобой почти лучшие друзья. Ой, тихо. Ладно, все. Ну, просто я готовлюсь морально к тому, что курочка останется на ПМЖ. И пытаюсь с ней подружиться. Потому что если на тебя заяц нападает в клетке, в помещении, еще не так страшно, как если он нападает в вольере. Да, к тому же мы еще не знаем до конца, что у тебя там внутри происходит. Ну да, у нее вот прям видно, что она переносит, видите, эти неровности. Но осмотреть детально, что там были шрамы, не было шрамов, ну, не критично, не травмирующий для зайца и меня невозможно. В общем, я не знаю, я от курочки, у меня нервный смех появляется. Фух, ладно, все, я вот показала. Да, надо сфоткать пару раз зайчика. Мы отправим сотрудникам детского сада и самим детям, которые тоже переживают о зайчике. Можешь поднять голову, пожалуйста? Подними голову, пожалуйста. Подними, пожалуйста, голову. Так сосредоточенно жуешь. Ой, такой хомяк, прям хомяк. Хомиксвиль. Эвил. Эвил чикен, получается. Злая курочка. Ну, наверное, у нее из-за клички и есть такая злость. Ладно, все. Хватит. 9 минут о тебе. Я могу о тебе говорить хоть вечно. Я всем рассказываю, какая ты злая падла. Да. Дё, мы с тобой нашли друг друга. Очень люблю таких зайцев. Взрослые. Самка. Ещё злая. Дё.